Я очень хорошо помню этот день. День, когда я впервые увидел боксерский зал. Я тогда пришел с отцом, и он познакомил меня с тренером. Мне, наверное, было лет 6. Я помню свои первые соревнования, свой первый бой. Очень хорошо помню свои эмоции. Я тогда проиграл. И когда поднимали руку соперника, в горле стал ком, знаете, такой, от которого трудно дышать. Ведь я знал, что мог выиграть. Я знал. После боя тренер отвел меня в раздевалку и, посмотрев мне в глаза, сказал: «Запомни, ты можешь все. И сильнее тебя только ты сам». Я запомнил эти слова на всю жизнь. Я знаю, что жизнь еще не раз будет наносить удары в мою сторону. Но я буду ставить блок, буду уходить от удара и идти в атаку. Ведь лучшая защита – это нападение. Когда мне кажется, что я сдаюсь, я говорю себе: «Упал? Вставай! Иди вперед! Всегда иди вперед и не сдавайся! Слышишь меня? Только вперед! Ты создатель своей жизни, поэтому не опускай руки и знай, что каждый бой может быть последним». Помни, что за свою мечту нужно бороться.